Для семей военнослужащих организовали экскурсию в музей и мечеть. Близких, чьи мужчины сейчас на СВО или же героически погибли, окружают всесторонним вниманием сотрудники филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Жены с детьми получают не только консультации по документам или льготам, например, принимают участие в совместных мероприятиях. В этот раз побывали в селе Имбаево, познакомились с экспонатами местного музея и посетили самую старую за Уралом мечеть. Впечатление, в общем, мне нравится, понравилось. Я прям так внимательно все слушаю, прям все вслушиваюсь в каждое слово, и мне очень интересно. Я вообще, если честно сказать, я вообще ни разу не была вот в музее. Мы стараемся ежемесячно проводить различного рода мероприятия. Это и культурно-досуговые, и патриотические мероприятия. Это сейчас вовлекаем еще наших ветеранов СВО в спорт. Ну, большим спросом, скажу так, интересом пользуется рыболовный спорт. Это уже вот скоро у нас будет третье уже соревнование, где команда участвует.